началась видеосъемка. Это твой процесс, ты же оказалась как-то, и ты можешь там типа отделиться от нас, а можешь поиграть с нами вот вообще по-дружески, в таком. Расскажи зрителям, что происходит. Расстановка у нас тут получается. Хорошо, тогда Юлия Владимировна. Мы находимся... Стоп. Ну что же, мы находимся в прекрасном месте. Зима, огонь, тепло, кошка. Жизнь чудесная. Это оператору предлагаешь делать? Я дверь могу приоткрыть здесь. Она запрятится? Да, в общем, да. Легко. Расскажите, какими ракурсами вас надо снимать, Юлия Владимировна? Да, в любых ракурсах хорошо. Расскажите, что вы имеете? Это увлеченный исследователь. Да. Вот. То есть наша теневая сторона таланта всегда что-то элегантное, что-то маньячество. Миш, говори громче, переведи для зрителей. Это не для съемки. Ну, тут, да, очень. Я говорю о запретных темах. Ну, Юля, например, может быть, мы же не оговорили это заранее. Никто не знает, к чему это придет, поэтому есть такой момент, что можно согласовать в моменте. Мне вот очень дует в шею и спину. Сейчас я... Значит, вам тут не место. Сдувает вас. Нет, кто-то открыл окно, не подумал, что на полу оператор. Думал. Благодарю вас, Юлия Владимировна. Элементарно. Просьба решает все вопросы. Итак, дубль 2. Какой сегодня день, Юлия Владимировна? Внесите свой вклад в развитие науки то же самое. Времени. Что? А? Что то же самое? Такой же момент, только Ярослав включил съемку, не договорившись. Я открыл окно, не договорившись, ему дует. Для меня то же самое, что... Стоп. Я сказал, сидите на месте, я включаю камеру. Это слишком неожиданно, это тебе понятно сразу что-то. У нас это отрежиссированный, для меня это новый опыт. Отрежиссированные дубли. Ладно. Тогда... Посмотри, какая картинка. Меня снимать. Ну, ты посмотри, какая мега крутейшая картинка. Я готов участвовать там вот, голосом. На эту картинку Gold может наложить какой угодно аудиозвук. Это выйдет скоро. Вот эти кадры появятся скоро у Голда. В экранизации аудиоспектакля. Здесь главное без суеты, крупные планы красивого женского образа, красивой кошки, изобразительное искусство. Заявка на Нобелевку сделана в пиаре. Вот образы. Россия, женская душа. Юрий Владимирович, у меня есть предложение. Давайте остановим съемку, пока не нужно вот это делать. И договоримся, что мы делаем, чтобы, ну, там, все были согласны с тем, что происходит. Потому что на данный момент мы... Я вас пока не задействую. Вы можете понаблюдать,
как мы проводим съемочные процессы. Да я вижу. В общем, поэтому нужно записать, какой сегодня день и погрузить. Расскажи, пожалуйста, ребятам, с чего я, ну, как бы начинаю день, какой вопрос я тебе задаю. Какой сегодня день? Вы знаете, какой сегодня день? Юля раскладывает прогноз. Юля, презентацию, пожалуйста, вашу. Чайник выключите. Шумит. Вы что творите? Аудиодорожка взрывается. А Юлия обращает внимание людей, что когда она рассказывает личный персональный кин на дату рождения, то она замечала, что если до этого в поведении человека наблюдалось бегание глазами, то в момент прочтения глаза наблюдаю, что напротив человек смотрит внимательно ей в глаза, вглядывается ей в глаза. И сейчас мы сможем провести этот эксперимент, узнав вашу дату рождения, а пока мы узнаем, какой сегодня день в трактовке Юлии Владимировны и о чем эта наука времени, которая позволяет синхронизировать всех землян. У каждого дня есть определенная энергия. Как есть погода времени, как есть погода пространства, точно так же есть погода времени. И зная эту погоду времени, человек может правильнее пропустить через себя потоки энергии. То есть все состоит из энергии. Но энергии имеют цвет, имеют частоту, имеют вибрации. И в календаре Майя сохранилось знание о том, что каждый день, каждый месяц, каждый год имеет свою характеристику. И сегодня, 22 февраля 2024 года, день красного галактического змея. Сегодня день жизненной силы, страсти, сексуальности. Сегодня день, когда мы создаем галактическую целостность, моделируем наше прекрасное будущее, которое будет реализовано. Что вот это за кадр? Это изделие Камилы тебе дала на время поносить. Оно да, скоро... мне дали это вот изделие. Давайте как бы, если к нему есть интерес. Вот. Киса. Это армиллярная сфера, которая используется во многих летающих аппаратах. Астрономия. Для астрономов определение местоположения, частот, звездных наблюдений и внутри Меркаба. Уникальный инструмент абсолютно. И очень красивое украшение. День рождения. Давай покажем, как ты видишь людей, когда узнаешь день рождения. Что это для тебя по твоему синхронографу? Вот. Продемонстрируй Карине, пожалуйста, да, что в этой книжке, что она помогает. Ну, чтобы мне потом видео не монтировать, мы сейчас в одном сюжете пройдемся по всем целям. Я подопытный кролик. Да, интересно. Не только это. Это так красиво, он так любит ее, да? В общем, показывает ей свою, ну, как сказать, стимулирует ее, чтобы она показывала себя с лучшей стороны. О, да. Это с одной стороны. Так, а с другой? А есть теневая структура. Ну, расскажи-ка. Ну, что, маньяк? Именно. Да, он маньяк. Но он умеет любить. Что? По-маньячески. Умеет любить? Ну да, очень. Михаил, когда у вас день рождения?